У меня карантин во втором зале. Это те, кто у меня к соревнованиям готовится, ребята. Или мы тренируемся в зале Академии самой. В основном зале. А, качки, привет. Журавлева Юлия. О, привет. О, пойдем работать дальше. Добрый вечер, всем добрый вечер. Несмеянкин, Дарсов, Диска. Да, вон он как раз подрыгивается. Участница Siberian Showdown Алена Пономаренко, кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике, лифтерская 30 мм в диаметре, сам гриф, и она жестче намного. Штанга тяжелоатлетическая 28 мм. О, как у папы дела? Хорошо, батя. Все хорошо. В оранжевом. Пономаренко. Алена Пономаренко. Кроссфитер, штангист. И просто молодец. Обязательно из Астаны передам бате привет. Ох, блин. Видосы. Когда-нибудь руки дойдут до них. Будем. Делов много, ребят. Очень много делов. Справляемся совсем сразу. Сейчас сессию закрою. Какой план на сегодня? Так, ну чуть присел на груди. Двушку на два. Тяжеловато. Сейчас еще пару подходов протяжки на грудь силовой. И потом немножко потолкать. Там 2-3 раза на грудь. Один. Как заставить себя пойти на 3? О-хо-хо, как заставить. Придем, заставим. Зеркало лучший мотиватор. Тяжелая атлетика. Основной профиль тяжелая атлетика. А.
Так, ладно, пойду еще позанимаюсь тяжелой атлетикой. Татьяна Федичкина, 8 килограмм. Нет, плечи никогда не болели. Жарко, очень жарко. Как в зале погода? Хорошо, душевно, песен нагорланились. Кинез тренируется? Нет. А к соревнованиям не готовится, поэтому я пока тот зал на неделю закрыл. Эпидемия в Таганроге. А здесь я оставил группу тех, кто к соревнованиям, у кого соревнования в ближайший месяц есть, чтобы не прерывать тренировочный процесс. Несколько человек в этот зал забрал. Фу. Так, давай, пойдем еще подходик и начнем толкать не спеша. Размялся. Приседания. Проходка. По два раза. До скольки дойдем. А, на базе. Ну, сегодня только уехало несколько человек. Тимур на ней был на сборах. Вот. Буквально за 5 минут до трансляции зашел, попрощался, уехал. А,
кто не знает, участник чемпионата мира в Хьюстоне, участник Кубка Президента, перспективный, хороший мальчишка из Осетии. Сейчас немного, сейчас в межсезонье, можно сказать. Фу. Ну а так у нас бывает летом до 80, до 90 человек даже проживает, когда там пловцы и все на сборах. Залик Пересев.ру относится. Не знаю, что такое Пересев.ру, честно скажу. Перископ, он нормально. Кулер. Ага. Антон, отсюда увидишь зеленая этикетка на кулере? Да, буду мимо проходить, покажу. Фу. Так, пойду. Толкать потихоньку. В принципе, перископом хорошо. Так, да, это помост Клокова. Чигичева. Константинова. Акаев здесь тренировался, как Ильяев тренировался, на этом и вот на следующем мост. Там, где вот девочка, это у нас Перепечёнов. А? Ну, 85-ти сделает, или 90-ти не сойдёт. Поприседательно, друзья? Толкает. Толкает. Ну, блин, как-то руки у неё туда-сюда гоняет. Хреново толкает. А ты 90 толкнёшь? Да. Когда? Сейчас. Сейчас? Передаю привет своим друзьям. Не радуй, смотри. Потяжку, жену стоя, жену из-за гора. Вот это же было. Силовое такое, без ударов, без прыжков, без нагрузки. Хотя... Дядя что-то не поднял, хватит. Как всегда, мало народу смотрит. Да, то, смотрят самые интересующиеся. Фу. Приглашенные читатели. Тюнинг Майк. Фу. Вот. Очень интересуемся, да. Ну, правильно, ребят. Мы смотреть никого не заставляем. Кому интересно, смотрят. Это у нас не развлекательный канал. А все-таки бывает даже иногда на вопросы какие-нибудь отвечу. Может быть, даже кому-то с пользой. Так, ладно. Пойду толкать, кисти ужасно болят. Зал закрыл на карантин, да. Зал на карантин закрыл на неделю, поэтому тренируемся в академии. То есть те, кто выступает, с соревнованием готовятся, потому что 30-го кроссфитеров и всегда заматывайте. Ну, сейчас без винтов, просто забыл их. Поэтому приходится терпеть. Thank you.
стал болеть. А, что, пистолеты с весом? Ну, а ты думал, как затачивать? Ну, бинт. Да, да, да. Давай, разминай, Пушевич. Встать два пинта и работай на два пинта. Зашагивание. По пять раз на ногу, пять подходов в районе полтинника. Что делаешь? Фу. А. У него... март, наш, апрель. А? Вахойна, до Вахойна ближайший старт. Так, 150 правильно было. В районе хорошее, когда... Так, некто делает выпад в сторону. Блин, закачивать колено. Не бояться колено тренировать, но не спешить выходить на веса. Разрабатывать, чтобы там до 50 кг можно было приседать в сет. Я сегодня 120 взял, мне 18 лет. Неплохо. Неплохо. Кроссфитер, штангист. Рассказать по поводу. Так. В
просили подсказать. А по поводу чего подсказать-то? Сеть не могу, не гнется до конца. Разрабатывать. Не бояться разрабатывать. Потихоньку, потихоньку пробивать. Ну, хорошо бы сделать МРТ колено, узнать, в чем проблема реальная. Толчок две разные. В смысле, шунг и в ножницы. А, Wi-Fi здесь просто ловит плохо. На втором этаже Wi-Fi, поэтому... нету лучше или хуже. Потому что... для швунга нужно уметь делать швунг, он очень сложный. Плюс это, если у вас не гнутся плечи, это гибкость. Нужна гибкость, очень хорошая гибкость в плечах, специфическое строение. Это нету лучше или хуже, толчок или ножницы или швунг. Поэтому тут выбор за каждым. Должен быть рядом тренер, который подскажет, что все-таки лучше. Ну, швунговать надо уметь. Как же лежа, взять 110. Надо правильно балансировать и восстанавливаться. Где-то с большими весами поработать, где-то понарабатывать. И чтоб добавить, чтоб сжать, надо сжать. Так, немножко. Что-то жарковато. Тяжело тренировочка сегодня идет. Так, что там есть еще у нас вопросы, ребят? Нет, абсолютно. Так, ну ладненько, я пойду тягу сделаю, пару подходиков. Желчный пузырь, можно заниматься, да. Но у нас были случаи, когда выходили камни прямо во время тренировок. Зал через неделю точно откроется. Не факт, сегодня общался с доктором. Говорят, сейчас пик эпидемии в мегаполисах по России. Где-то ориентируется на середину февраля, поэтому, может быть, придется еще чуть подождать, потому что, грипп — это штука опасная. Борода отрастает, да, скоро будет уже, ух. У всех так принято? Нет, не у всех. Не у всех принято до конца, это уже зависит от тренеров. Все-таки легкоатлетов тренируют тренера по легкой атлетике, как их учили, так и учат они. Но, допустим, вот единственный у нас спринтер, олимпийский чемпион, Борзов, олимпийский чемпион 76-го, по-моему, года. Хондролон для коленей, для суставов хондролон. Ну, мне, по крайней мере, помогает, мне нравится. Единственный спринтер, который добился таких максимальных... Да, вот, спасибо большое, что помогли мне вспомнить. Он приседал в сет, достаточно большие веса, он прыгал с весами. И очень серьезный дядька. Так, а я потихоньку начну тягу. Thank you.
что? А как по-другому ты там? Не, 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 знаешь, как тряпка, когда выжимаешь, вот это, выдрешь. Дальше? Да, дальше, ставь, ставь. Носом прям стойка. Локоть бы на стойку положил, вот это был бы кайф. Стой, на... Андрюх, я буду на тебе перископ. У меня будет звездой перископа, экстренных случаев. У него тесто какой-то комплекс, отсутствие внимания. Его привлекает каждый способ. Сейчас народу немного. Это не называют не отсутствие внимания, а отсутствие самосохранения. Ну это да. Да, да, хандрал он. Максимум приседал, не знаю. Ну штанги не принято максимально веса приседать. Попа растет. У кого? У Алены. Он что, результаты должны расти, а не что-то. А не попа. И вес. Веса мало. Дитё 51 килограмм весит. Горем пополам. Фу. Вот Ленки. Жрет мало. Не хочет жрать, вес набирать. Прыжок вверх делайте ему. Ага. Тебе надо на сотке работать, ты с ними руками туда затаскиваешь, чтобы вылетало. Да я вообще-то пошутил. На этом весе поработать. Прыжок вверх, плечами срабатывай до конца. Выпрямил, плечиками сработал. Она сама туда залезет. Сидеть можно, да? Ну да, сиди. Будешь продвинутым копником там. Ну что, ребят, потихоньку будем транслейшн закрывать. Трапеции вверх. Это отработка подрыва. Потому что тягу делаем для толчка. Есть тяга без подрыва. Это тяга толчковая с подрывом идет. За тренинг то. Я не знаю. Ну, сегодня можно посчитать. Сегодня вот небольшая тренировка. Так. У нас было приседание. Ой, блин, сейчас устану считать. Приседание там. Да не, сегодня немного. Сегодня там тонны 3. 2-3 тонны. Не думаю, что больше. В чем, что дает подрыв в общем или в чем разница, если его не делать? Подрыв — это момент резкого ускорения. Да, это не удар, не какой-то там бедрами или тазом поддавание по штанге. Это ускорение штанги, правильно. Это резкое распрямление. В толчке оно где-то, ну, зависит, у каждого индивидуально, но в основном чуть выше колен, до середины бедра в этом районе. В рывке, в районе паха. Это именно момент такого прыжка, резкого выпрямления, резкого мощного вытягивания. Скорость штанги резко увеличивается для сдавания энергии, чтобы она полетела и под нее можно было успеть залезть и встретить ее. А как-то так. Фу.
Я хотел вам показать, как малолетки приседают на груди, но ладно. То про это можно забыть. Вот насчет грыжи. В 2011, нет, в 2010 сделал операцию позвоночник. Так, ну что, Ален, все со штангой, все. Чуть попрыгать на козла, позапрыгивать. Пониже его поставь и запрыгивать. Ну или плиты сложи. Прыжки в высоту, на хорошую высоту, чтобы тяжело было. Где-то уровень живота. О, точно, выключать не будем, мы сейчас еще попрыгаем. Слав, что завтра делать? Дим, завтра надо вам приседание на груди 130, 4-4. Взять на грудь силой 100, 5 по 3. И толчок из-за головы соточку 5 по 3 потолкай, Дим. Так. А мы сейчас с вами попрыгаем в высоту, я где-нибудь плинтики сложу. Сейчас установлю. Так, а там уже кому интересно. Так, как бы мне не установить? Ересь. Вот, пусть так и стоит. Связь исчезла или есть? Посмотрю, лайки не сыпятся, думаю, что связи нету. Да, все, вижу, что связь есть. Все, пожалуйста. О, Ксюш, привет. Я тренировочку заканчиваю. А, как у тебя, делички, все хорошо? Пневмония, как там? Лечимся? Сам тебе писал. Дмитрий у меня и так, можно сказать, на персоналке сидит. Это мой ученик уже несколько лет. Кроссфитер, участник большого. Всего там зимнего Гераклиона. Неплохой кроссфитер. Так, ладно, пойду прыгать. Ксюша, очень рада. Рад, что ты меня смотришь. Я вот прям ручкой помашу. Я, кстати, в субботу в Москве. До 2 числа, 3-го мы уже улетаем в командировку. Так что я как приеду, я его наберу обязательно. И вот в эфире нелегальный Адлера мусорового телевидения. Адлера Адлера. Баллы все качают. И у нас в студии, это же вторую неделю, ест, спит да? И бухает поэт, композитор и, к сожалению, исполнитель песен. Мы на даче собрались пожарить баллы. Тренировка. Тренировка головы. Под Эдуарда Сурового прыгать тяжеловато. Да. Что там, блин? Еще пару подходов попрыгать по пару раз. Давно не прыгал, тяжело прыгать. Очень тяжело. Прям отвык. Так. Добавляем. А? Объявление на АТВ. Гастарбайтер Рахмут всего за 230 рублей
положит вам кинографию и улетит в другие страны. Гастарбайтер Рахмут. Меня трудно найти, легко потеряться и невозможно забыть. В 1995 году на трассе Москва-Смоленск Эдуард попадает в тяжелое дорожно-транспортное училище. После этого Эдуард 4 года говорит несвязные слова, всегда узнает близких, ходит под себя и в конце концов получает диплом о спасе укладчика. Эдуард пишет текст следующей песни. Влюбился в Андрюху Ил и повел ее гулять по Алканному миру. Он дарил ей фотоны, он дарил ей протоны и целовал ее везде, ее электроны. Так извините, что вас перерывали, а съем по плечу. Андрюху Ил. Ну что, чуть-чуть попрыгали. Вся тренировка утрирована, короткая. В принципе, ну все. Сейчас какой-нибудь там чуть-чуть прессика, символически. Позакачивать какие-нибудь. Что-нибудь позакачивать, хотя навряд ли. Лень. Так, ну что, ребят, давайте. Все 16 человек. Счастливо. До встречи завтра или послезавтра, как-нибудь выйду еще в перископ. Увидимся, до встречи. Неинъекционные хандербатеки. Ребят, не инъекционные, там надо их горстями жрать и рехнете, сколько жрать надо. Поэтому лучше хондроксида поставить в ягодичную. Ну, ставится в ягодичную, уже не в сустав ставится. Поэтому у нас эти